Итак, приветствую, друзья и гости канала. Всем огромнейший привет. Что говоришь? Я не снимаю. Так ты за вас стал. Пошли в облака. Говорят, в облаках живут невесты, которых выбирают успешные риэлторы. Ну, слушай, вот есть квартира. Угу. Нужно продать. Я, знаешь, почему решил тебя снимать? Сказать честно. Потому что я тебе пытаюсь объяснить, что есть варианты. Нет, само собой, да, есть люди, которые купили дорого в пандемию, которые там повелись и так далее. Эта квартира, как бы, она, в принципе, неплохая. Но цена на любителя, правильно? Да. Но опять же, возможно, можно будет обосновать скидку. Тебе нравится эта квартира? Слушай, я знаю все жилые комплексы в Сочи. От и до. Конечно. Я четко понимаю, что я выбрала бы другой ЖК. Но опять же, это я для себя думаю, да? Опять же, есть люди, которым удобна транспортная доступность, а им нужно ездить, там, например, не знаю, в хостел, работать или еще что-то. Давай скажем на секундочку. 65 квадратных метров, правильно? 19 500. Да. Слушай, ну я понимаю, на что ты ориентируешься. Вот, например, я сегодня снимал «Атлас», и у них черновые квартиры тоже, ну, какие-то нормальные цены. Мы сегодня с тобой сняли, что у нас еще сняли? Сняли с тобой пентхаус в центре, да? По 400 тысяч за квадратный метр. А некоторые покупают у нас стройку по 450 на северном склоне Бытхи и в Худепсте. И по 600. Да. Все относительно, правильно? Поэтому сказать, что это дорого или недорого, я не знаю. Я в свое время, чтобы ты понимала, я купил себе квартиру в жилом комплексе «Мелоди леса», это было ЖП, я купил за 2 миллиона рублей, 2016 год. Сейчас они стоят? Нет, на секундочку, я продолжу мысль. А можно было купить в жилом комплексе раз, два, три за 1 890 000, 36 квадратных метров, именно столько стоило, и ждать. Но я осознанно брал себе ЖП, по одной простой причине, я хотел заехать и жить. Эта квартира, ребят, тоже подойдет для тех, кто не хочет ждать. Само собой, можно куда-нибудь ложиться и ждать, может быть, что-нибудь получше. А если вдруг вам приспичило заехать и жить, то придется смотреть такой вариант. Правильно? 19 500, 65 квадратных метров, 2 изолированные комнаты и потолки 4 метра. Скажи, пожалуйста, ты работал в агентстве недвижимости. Сколько ты знаешь риэлторов, которые либо снимали, либо жили на транспортной? Ну, я считаю, у нас каждый второй, кого я знаю, каждый второй живет здесь. Потому что знает прекрасно, если снимает, их на зиму не выгонят, то есть на лето не выгонят. А так, в принципе, очень удобно. Потому что Соболевка будет хуже, как ни крути, хотя мы на Соболевке познакомились. Выбирая между Соболевкой и транспортной, я выбрал все транспортные, не знаю, как ты. Потому что Соболевка для меня хуже. И выбирая между Донской и транспортной, выбрал бы себе транспортную, а не Донскую. Центр уже многие вообще, в принципе, не выбирают. Вот я вчера в пробке простояла полтора часа, даже больше. Ну, смысл? На такси? Да. Да ладно. Серьезно? Опоздала, да? Опоздала, конечно. Здесь очень удобно, да. Ты выехал, пожалуйста, в любую сторону. И, конечно, высокие потолки мы можем встретить только, наверное, где? Ты понимаешь, что здесь где-то вид на гору Ахун даже лучше, чем с опенхауса? Ты можешь это понять? Да. Ну, реально круче вид, да? Конечно. Ну, реально круче. Конечно, балкон большой, да, но хотелось бы, чтобы этот балкон был куда-то в сторону моря, да, такой? Что можно было загорать, голенький. Ой, ладно, что-то я уже свои больные фантазии. Посмотрите, балкон реально крутой. Балкон офигенный. Но хотелось бы, чтобы балкон был с видом не на дорогу. Ночью, конечно, здесь более-менее нормально, но ночью ты не видишь такой просто потрясающий вид. Потому что в целом, если мы с вами посмотрим, да, вид-то неплохой, забор скоро здесь закончится и все. Откуда такая цена на квартиру? Потому что сегодня я снял «Атлас», и в «Атласе» черновые квартиры вот по таким ценам. Я тебе открою маленький секрет. Не продавал «Атлас». Я тоже не продал. Ну, давай покажем, хоть какие спальни здесь имеются. Ремонт, да, он простенький, но он нормальный. Чаще всего люди возмущаются, что там ремонт не такой и так далее. Но по большому счету, многие, когда себе покупают что-либо, они делают ремонт примерно такой. Потому что этот ремонт, он такой средний, не особо дорогой. И он, в принципе, многим заходит. Потому что спальня нормальная, я считаю. Посмотрите, даже люстра есть. О, ё-моё, я эту люстру знаю.
У меня же висело такие две люстры. Я же выкинул на мусорку. Ё-моё, что, всегда что? Я же купил. Я тебе серьезно говорю? Я выкинул. Слушай, такая же люстра была. Не, ну ладно, что, бывает, всякое разное. Я просто взял себе типа такое, современное, вот видишь, я такой. Ну, это тоже верх идиотизма. Я скажу так, здесь есть индивидуальный газовый котел, в некоторых стояках здесь есть газ, поэтому, конечно, рационально было бы делать водяные теплые полы. Но я, насколько знаю, здесь только 30% подключено газу, а остальные у нас все не могут донести документы. Вот как бы так. Слушай, здесь еще одна спальня есть. Давай посмотрим еще одну спальню. Посмотрим еще одну спальню. Кстати, двери тоже, да, вот подкупают, высокие двери. Двери прям высокие. Да, двери высокие. Но у меня сколько? Метр 75, я сегодня на каблуках. Ну, где-то метр 80 я. И вот еще достаточно высоко. А ты что, баскетболистка? Ты баскетбол играешь? Я нет. Волейбол? Волейбол играл, да. Ну, ясно. Это нормальный большой балкон. Не, вот такой балкон даже вообще хватило бы за глаза. Даже такой балкон, думаю, будут люди чаще пользоваться. Называется балкон вид на море. Да, вон там море, ребята. Вот так вот. Высовывайтесь вот так вот. Вот так. И там море. Ну, а что мы хотели? Не 85 миллионов. Хорошо, да, не 85. Слушай, ну, блин. У кого большая семья? В принципе, да. Деньги тоже. Ты ставишь мебель, ты живешь. Не, ну согласен, я согласен. Но люди с Мульт Авито, они хотят такую квартиру купить за 10 миллионов максимум. Ну, они реально на Авито так смотрят, они хотят за 10 миллионов. Не существует за 10 миллионов. Душевого должно доделать, получается, и есть 1 миллион. В принципе, тоже достаточно просторно. Ой, беды. Да. Дай я сниму, покажу, какой страшной беды. Да я шучу, не страшно, нормально все. Но нет, в целом вот эти квартиры, они классные, вот эти квартиры. Они действительно хорошие. Просто было время, ребят, когда-то я здесь, когда еще даже близко только стоял каркас, я такие квартиры вам показывал и говорил, берите. Цена была 65-68 тысяч рублей за квадратный метр. И здесь, в этом доме, у меня живет теща, я покупал ей квартиру, примерно за такие деньги. И вот как бы так. Вот эти квартиры угловые, они почему-то на втором этаже ушли в самом первую очередь. Их уже давно по 10 раз продали и перепродали. Ну а в целом все равно, кто бы что ни говорил, место довольно-таки интересное. Я считаю, что да, даже Надя до сих пор считает, что она транспортной, как бы она с большим удовольствием жила. Вот так, смотрите, вот потолки, да, вот чтобы разделение было видно, они сейчас по высоте 3,40. А если бы еще, здесь изначально черновые потолки были 4 метра. Поэтому можно было сделать потолки, да, еще выше. Здесь потолок, кстати, да, отпустил, да. Здесь а я тебе открою секрет, почему отпустили. Потому что если не отпускать, то ремонт вышел бы дороже. Потому что это лишние обои, лишнее все. Понимаешь, вроде кажется, по, не знаю, по 30 сантиметров, а в круг выходит все гораздо дороже. Поэтому вот как бы так. В любом случае, квартира интересная. По поводу цены, я думаю, что с ценой, я думаю, здесь подвинутся. Цена опустится. Однозначно цена немножко опустится. Но пока вот такие амбиции, ничего там плохого нет. Опять же, скажи, ну как бы мы просто передаем, как бы мы, ты же не собственница квартиры, то скажешь, что ты самая охеревшая сейчас в комментариях. Нет, нет. Попросили продать. Просто бывает, знаете, люди некоторые, да, вот почему, говорит, так дорого продаешь? А говорит, потому что я хочу себе купить BMW X3, поэтому я RAV4 бушный продаю за 5 миллионов. Ну он же новый стоит 3, да, но я себе хочу BMW. Здесь ситуация примерно та же самая. Я хочу себе квартиру в Москве, она такая квартира стоит 20 миллионов, поэтому я хочу примерно за 20 миллионов продать, так? Да. Ну такое не бывает, ребят, такое не бывает. Да. Ну опять же, слушай, если вот нужна большая площадь, нет, хорошая альтернатива, как бы, учитывая, что здесь жилой, ребят, площади
57 квадратных метров, а если мы возьмем балконы, здесь балконов в общей сложности не менее 15 квадратов. Не менее 15 квадратов. Просто по документам, почему фигурирует 65, потому что когда мы продавали квартиру застройщика, вот эти вот балконы шли в пол цены. Ну, брали, не, да. На самом деле балконы большие, много чего здесь можно интересного сделать. Кухня тоже самое главное уже сделана. Но опять же, знаешь, просто я снимаю квартиры по акции, и люди думают, что такие цены низкие. Я просто нахожу для них там квартиры такие ниже рынка. Да, реально, вот реальность Сочи такова. Вот. То, что я вам нахожу в «Острые мечты» квартиру 110 квадратных метров за 25 это миллионов рублей. Это эксклюзивные предложения, которые ты находишь по этой, да, цене. А вот реально. Ну что, поедем в «Острые мечты» смотреть квартиру за 13,5 миллионов рублей? 110 квадратных метров? Но, ребят, ну, в «Острые мечты» не жилое. А здесь все-таки садовские квартиры. Да, садовские. Здесь все-таки есть парковка. Здесь проблем нет никак с парковкой. Здесь автобусная остановка, здесь много чего интересного есть. И на самом деле, я вот, например, в этом доме бы рассматривал бы себе квартиру, ну, до третьего этажа. Потому что на четвертый этаж здесь подняться просто нереально. Да, нет, здесь просто еще высокие пролеты. Это одно дело, когда ты идешь в пятиэтажке, где 2,5 метра потолки. Здесь высота потолков 4 метра, следующий 3,40. И так ты на третий этаж поднимаешься, будто на шестой. Серьезно говорю. А второй этаж здесь самый популярный был, самый востребованный, поэтому если нужно что-то с ремонтом, переехать и жить, если вдруг у вас ипотека, обращаемся, с большим удовольствием помогу вам приобрести. Пока.